Чудо-горшочек от компании Мистери. Друзья мои, вы посмотрите, в трех цветах он, конечно же, представлен. Ох, какая красота! Итак, объем чаши 5 литров, конечно же, и мастер-классы, конечно же, когда доступны. А что ты уже начинаешь готовить? Оль, скажи, пожалуйста, ты не завтракала? Нет, конечно. Не завтракала. Оля не завтракала, и наши телезрители тоже не завтракали. И я решил приготовить чудо-горшочки завтрак. Как приготовить? Использовать как сковородку. Представляете, как удобно? Итак, это 5 в одном чудо-горшочек Мистери. Вы получаете помощника, мастера на все руки, 8 автоматических программ и 3 цвета на выбор. Способно чудо-печь, чудо-горшочек от компании Мистери на многое. Итак, это и сковорода, это и кастрюля, это и фритюр, и пароварка, и все функции мультиварки. Это круче мультиварки в 8 раз. Совершенно верно, друзья мои. Посмотрите, сейчас я готовлю сейчас прекрасные фрикадельки. Я достаю их. Смотрите, нам их, конечно же, не достает к завтраку. Ой, а готовлю вкусно. Я во фритюре. А почему во фритюре? А потому что здесь есть специальная функция фритюр. Она есть только в чудо-горшочке, друзья мои. Вы представляете, как просто? Вот оно, решение на вашу кухню. Специальная решетка, сеточка для того, чтобы готовить во фритюре картошечка фри. Как любим мы ее. Все любим жареную картошку, а картошка фри такая вкуснющая. Итак, давайте разберемся, что такое чудо-горшочек Мистери. Это специальное предложение. Действует оно только сегодня. Партия ограничена, и цена на спецпредложение действует только до 12 часов ночи. И это не просто чудо-горшочек, это горшочек с секретом. Олег, что это такое? А я тебе сейчас расскажу. Помнишь, я тебе в самом начале говорил, что можно здесь готовить, демонстрировать кулинарные мастер-классы. Да. И готовить, самое интересное, 2 блюда за раз. Это мы... как? А вот я сейчас показываю. Смотрите, я выкладываю здесь куриные грудки, ой, которые готовил вкусные на пару с сыром. Так. Вместе со шпинатом. А внизу готовится другое блюдо. Ох. Слушай, разве это возможно? Вот раньше это было невозможно. Нам необходимо было несколько кастрюль, сковородок, чтобы приготовить 2 блюда одновременно. А теперь чудо-печь, чудо-горшочек готовит за вас. Сразу 2 блюда одновременно. А вы хотите заложить продукты, нажав одну кнопочку, занимаясь своими делами, угощать своих близких и родных сразу 2 блюдами одновременно? Что Итак, это? Друзья мои, посмотрите еще раз. Готовлю сразу 2 блюда за раз. Для чего мне это нужно? К примеру, мне надо угодить своим домочадцам. Кто-то любит на пару, кто-то любит, как я сейчас готовлю, картошку тушеную. Вы представляете, как я внизу на нижнем ярусе это готовлю. Итак, 2 блюда за раз. Можно одновременно готовить. Чудо-горшочек. Самая вкусная еда. Здесь вы можете приготовить, внимание, жареные блюда, тушеные блюда, блюда во фритюре, блюда на пару и, конечно же, любой пирог. Вы представляете, как это удобно? В чем вообще особенность этого предложения? Слушай, Оль, ну давай с тобой порассуждаем. Конечно же, еда – это прекрасно, но здесь это для того, для тех, кто хочет действительно выделиться как-то необычно на своей кухне. Так. То есть готовить при открытой крышке. Вот давай порассуждаем. Так. Мультиварка. Вроде бы как бы хорошо, но согласись, что у мультиварки, друзья, мои, нету стеклянной крышки. Конечно, ты не можешь нет. наблюдать за процессом приготовления. Вы представляете, как здесь легко? Вы открываете крышку и причем видите, причем она снимается полностью. Да, конечно же. Итак, друзья мои, посмотрите, сейчас что это минуточку такое внимания. У тебя тут я сейчас хочу достать, слушай, смотри. Ой, что это мясо? Мясо тушеное. Знаешь, как на суп. А здесь у меня готовится гарнир. То есть еще раз демонстрирую 2 блюда одновременно. Итак, опять же, мы готовим 2 блюда, и при этом мы не тратим на это много времени. Слушайте, ну вот вспомните, вы как готовите на кухне? Много времени проводим, да, ноги устают. Нужно это обжарить, здесь нужно потушить, здесь нужно собрать, все нужно приготовить. И мы все время остаемся на кухне. Нужно контролировать, нужно помешивать. И все это время...
мы не можем заняться другими делами. Совершенно верно. Друзья мои, посмотрите, для кого, я еще раз напоминаю, это прекрасный волшебный горшочек, включая все функции сковородки, функции кастрюли, функции пароварки, функции мультиварки. Вы представляете, как это удобно? И плюс, конечно же, вы можете приготовить здесь пирог прекрасно, но мы к этому вернемся. Это невероятно. Не случайно название «Чудо-горшочек». Будешь пробовать? Сказку? Горшочек вари. Раз, и горшочек с вам свой. Конечно, буду пробовать. Он еще знает вопросы. Горячая. А что это за мясо? Это говядина. Друзья мои, хочу с вами порассуждать. Вот, в принципе, чаще всего вы готовите говядину. Но тушеную говядину, согласен, вы готовите в кастрюле. Надо контролировать, надо смотреть, переворачивать. Здесь функция тушения, конечно же, встроена. Олег, горячая. Угу. Ну, вкусно. Во-первых, да. Ароматно. Во-вторых, эта говядина, она жуется, она просто тает во рту. И все это приготовил чудо-горшочек. Мы не стояли, не контролировали. Мы могли заняться любыми своими делами. Это освобождает хозяйку. Ну и такие вкусные блюда. Слушай, какой секрет? Что ты добавил в говядину, чтобы она так буквально таяла во рту? Чуточку хорошего настроения, любви к продуктам. И вы это приготовите, потому что чудо-горшочек выполняет все ваши волшебные желания. Ну а теперь наш завтрак. Это совершенно верно, друзья мои. Я приготовил куриную грудку, использовал в качестве сковородку. Вы представляете, приготовить яичницу, оладушки. И, кстати, знаешь, чем принципиально отличается? Сейчас еще расскажу. Чем принципиально отличается от мультиварки? Угу. Рассказываю. Вот мультиварка. Вчера, кстати, был в гостях. Мультиварка максимально... Готовят люди при помощи мультиварок. Угу. Мультиварка разогревается максимально до 180 градусов. А это мало? А наш чудо горшочек разогревается до 240 градусов. О, значит, себе. Здесь можно Олег, готовить. Какой, такую температуру поддерживает. И причем готовить можно различные блюда. Вот представьте себе, казалось бы, вот мультиварка, Олег, вот по-моему, так. Сейчас она на таком пике популярности, что практически в каждом доме она есть. А это лучше этого, новаторство, это чудо-горшочек. Итак, друзья мои, еще раз, чем инновация вот этого чудо-горшка? Сейчас с удовольствием вам расскажу. Дело все в том, что правильно. Посмотрите, вы где-нибудь видели, чтобы функция фритюра была в мультиварке? Только в дорогих и премиум-классах. Да, дорогие, простите, стоит у нас бешеных дорого. Денег. Да. А вы получаете по доступной цене спецпредложение. И функция фритюра у нас уже здесь включена. Покупать ничего не нужно. Совершенно верно. Итак, друзья мои, 8 автоматических программ на русском языке. И принципиальное отличие от мультиварки то, что здесь широкое дно. То есть вы можете использовать как сковородку, готовить оладушки. А теперь взгляните сюда. Вот посмотрите, пожалуйста, давайте взглянем. Обжаривание, пароварка, гриль, функция фритюра, тушение, жаркое, быстрое обжаривание и варка. То есть все основные программы, которые чаще всего... мы используем на вашей кухне. Слушай, чаще Олег, всего. У меня, знаешь, какой вопрос? Так. А вот моя мама, бабушка так. Разберется вообще ну, с управлением? Ну, конечно же. Давайте посмотрим. Все на русском языке. Все очень понятно и просто. Друзья мои, вы представляете, как это легко? Итак, функция, конечно же, фритюра. Функция обжарки. Что включает в себя чудо-горшок? Функция мультиварки, пожалуйста, 8 автоматических программ и кроме этого еще нагрев до 240 градусов. Кроме этого, функция пароварки, приготовление двух блюд. То есть вы можете сразу готовить и оладушки, и блинчики можно готовить, и даже оладушки куриные. Можно готовить, конечно же, блюда во фритюре, использовать как пароварку и, конечно же, тушение. И два блюда одновременно, три цвета на выбор, красных остается. Меньше всего. Записывайте чудо-горшочек Мистери. Лот 998-260. Закупайтесь и для себя, и в подарок. Это прекрасная возможность порадовать родных.